нахуй полный стул. А расскажи, что ты делаешь сейчас. Пиздец. Искусство. Закончено. Ты серьезно? Да. Абстракционизм. Жесткий причем. Больше трех цветов, это уже пиздец. Так а чё, ты все хочешь разными цветами? Да вот не хотелось бы. А, ну ты еще фон делал, да. Просто я хотел написать слово, и не получится. Поэтому закончено? Да. А ты не думал над тем, кстати, что типа можно в разных частях картины буквы делать? Ну вот. И прикинь, задумать так, чтобы из этих букв можно было сложить два слова. Существует такое интересное слово? Можно, что угодно. Нахуй это число. Бля, реально, чувак. Попробуй как-нибудь сделать в разных частях картины буквы просто отдельные. Но из них можно типа составить слово. Много букв слишком получится. Да как раньше, ну ты слова пишешь. Бля, ну вот такого вида, типа, искусства... Не понимаешь? Нет, оно гораздо интереснее, чем, знаешь, живопись какая-то, типа. Так. Ага. Пиздец, это право. Все без линеек, без, собственно, транспортиров, циркулей. Это все бездна. Здесь что у нас будет? Здесь у нас будет. Закончит. Точка типа. Да. Ну вот теперь точно. Тут же есть макросъемка. Ты понял, да? Что это символизирует? Борьба двух держав. Наша бакс и рубль. Одно растет, другое падает. Здесь я показал, что доллар внизу, рубль вверху. Перевернул. А если сделать так? Камера охуенная, просто охуенная. А если сделать так? То, что происходит. Уф. Not bad, not bad. I'm sorry. Thank you. Art is in there. I'm sorry very well. Это... Бери немножко руки, я снимаю крупно. Ощущение, что оно закончено, блядь. Это же пиздец какой-то. Слишком... Слишком идеально. Искусство в деталях. Бля, вот знаешь, типа, когда я, ну, типа, только с тобой познакомился, я думал, что, ну, типа, блядь, да, просто фрик какой-то, ну, такой, типа,
тупой, типа, просто фрик, знаешь, ну, типа, да. позер, странный, типа, Ну, да. ебанутый, да, вот, а потом, вот, узнав тебя, блядь, да нихуя не так же, на самом деле, ты гораздо, Умнее, чем кажется. Да. Всегда надо оказаться дураком. Носок? Да, кстати. Куда же без глаз, понимаешь? Мне ж понравился акрил. Слушай, а ебани, как у тебя будет эта возможность, подержи подольше, типа ты, я хочу для фотки. Вот так? Нет, вот тут, типа в краску макаешь, шаришь? Да, давай. Не, сейчас, вот. Ага, нормально. Бля, охуенно камера, чувак, просто best, что я видел на телефон. 4К, да. Охуеть, 4К, ну ты обрудей. Может, она еще пьет. Бля, 1020 не видел. Ебать, у нее же там переворот заебашил. Баундра. Кто на корабле, блядь? А вот это. Носочек. С небольших холстов тяжело писать. Но на них интереснее смотреть, конечно. Угу. Да, они как будто... Можно... Ну, это типа как книжка на 5 страниц и книжка на 1000 страниц. Бесконечность. А прикинь, такой, блядь, огромный. Сейчас какая вообще самая большая картина в мире? Ну, с дом, наверное. Здесь даже объемность, да, получилась, видишь? Глаз. Издалека смотришь. Объемный глаз. Сейчас тебе покажу. А в пизду не покажу. Ну что, вторую? Куда ж ты? Че простой-то? Простой не должно быть. Это спрячем уже. Вот смотри, видишь? На глаз смотри, вот сюда смотри. Объемность. Я пока не вижу. Надо, ну, вот, посмотреть потом. Зрачок. Видишь? Ну я потом посмотрю, чувак. Я пока не вижу. Надо попристальнее как-то посмотреть. Надо отвлечься от нее. Я слишком много на нее уже смотрел. Отсюда. Видишь? Объемный. Это вы своему шаре, что он объемный. На белом не то как-то. Ёбань какая-то. А, можно делать небо. Да? Давай попробуем. Прикинь, у меня знаешь какая фишка, мысля? Прикинь, если выставить пустые холсты. И прям хуярить на этих холстах. Так это делали, так делали. Это круче. Да. Нет, в плане удобства. Нахуй на мольберте корячится, когда ты подходишь к стене, разъебываешь. А, ты про это? Ну да, в плане... Что это все значит? Да, ну это фон пока. Еще ничего не знаю. Mm. Почему он сине-белый? Небо. А. Душа. Полет.
болит душа. Вон. О, даже так интересно, так можно глубину, видишь, передать. Угу. Смотри. Да, да, прикольно. Раз. Градиент в градиенте какой-то. Бля, вот этот прикольный мазок получился вообще. Да. Бля, он как будто это аж переливается разными цветами. Сейчас. Мне кажется, через камеру хуевать ей видно. А, он такой, потому что у тебя красный остался на кисточке. Ну да, фиолетовый получился. Можем еще. Все, так. Уф. Блин, это уже на британский флаг похож какой-то. Ну да, кстати. Уф. Даже так. Это фон, да? Ну да. Вот это прокрашено. Ну, блин, я тебе советую все-таки поработать над описаниями картин у себя в голове, чтобы связано все это представлять людям. Ахинея, да, какая-то. Ну да, типа, ты, по сути, ну, ничего особо и не говоришь, типа, ну, деньги, ну, вот, перетёркнут. Аж поглубже, знаешь, рассказать как-то подробнее. Типа, как ты к этому пришел? Почему именно так, почему не по-другому? Тяжелая работа, блядь. Интересно, конечно, чего не хватает. А, точняк. Почему ты масляными не рисуешь, кстати? Они закончились. Они пили, чем акриловые или ну, то же самое? Свой эффект акрил дает.
Они более легче. А что обычно быстро акрилом сложно снимают? Ой, рисуют. Ну, то же самое. Ну, он более жидкий, он такой, он быстро сохнет. Масло не так. Масло более такие носки там. На привинчено. И что это? Как тебе? Пиздец, да? Охуенно, вообще, блядь. Свобода слова. Объединены все страны, чувак. Итальянский флаг. Британский сзади. Ну и российский из этих же цветов делается. Да, да, чувак. Свобода слова. И вот должен зритель понять, где она французский. Есть. И есть ли она вообще. Вот этот глаз, это, ну, как всегда, мы, зрители, люди. Обычный народ. Свобода слова. Вот тебе интересно. Да, это получше. Это получше, чтобы было. Ну, это прям разъем какой-то получился. Даже не ожидал. Бля, чувак. Ну, это уже пиздец. Это уже, блин, разъем. Говорил мне о этой художке. Серьезно? Я не закончил художку, чувак. Почему? Экзамен закончил. Не сдал. Я а, закончил. Диплом, да. Ты мне, походу, снимаешь охуенный влог, ты в курсе? Бля, я завтра на хосты. А, мне деньги. Ну, заебись. Я британский. Маленький фармил. Бля, вообще, мне прям пиздец кайфанул я от этого. Слышишь? От акрила. Вообще тема. На язык. Просто хуя. Пожар, блядь, сейчас получится. Костер, ебать. Техника рисования костра, абстракционизма. Такая рябь, знаешь, когда вот типа для водителей, у кого зрение плохое, такие есть очки с дырочками. Mm-hmm. Да-да. Ты понял, да? Да. Вот такой щит, как будто смотришь. Даже интересно, да, выходит? Через ситечко. Да. В абстракционизме круто, что ты настолько отказан от форм, реальности, что, ну, типа, ты можешь на любое вот изображение, да, нанести еще 1000 смыслов, потом через месяц подумать, ой, блядь, а это может быть так. И ты не надумываешь, а реально как будто, ну, то есть, не знаю, когда... Либо у меня уже, блядь, колпак конкретный цвет. Ну, то есть, ты смотришь, это как смотреть на лист, понял, и наделять его каким-то смыслом. Но не в плане там языческим, а в плане, что типа он не он, ну, строение формы, композиционно, он лежит так, и как будто это дает какой-то знак. Да, 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 я тебя понял прекрасно. Да. Да. Хочется это даже сфоткать, запечатлеть. Да, 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 да. Он как-то лежит интересно, то есть. И в абстракционизме. То есть ты можешь ее перевернуть, она будет лежать интересно, и у тебя восприятие прям переворачивается, как будто ты на голове стоишь. Ну, то есть, когда буквы даже перевернуть, вот эту всю движуху. Блядь, ну лик я не умею. Сейчас бы лик бы заявить сюда. Типа икона была бы старая такая. Какая-то. Так. Лик я не умею. Чей умею?
Макс или рубль. А евро? Тесла значок. Apple. Закончено. Пиздец. А, не хватает еще штрихов. Забито гвоздями, понял? Бля, вот это даже пизже, чем та. Как по мне. Я даже не думал, что такой хуйня попрят. На деревянном, типа, дерево, понял, имитация дерева. Забиты гвоздями. Дальше. Четыре хвоста, чуть мало, блядь. За час, за минуту. А почему черные, черные гвозди? Или что, зеленый, темный? Ну, это черный, это черный. Черные гвозди, да. Ну, типа старый. А почему там красные? А, там красные, но там цвет флага. Ну, там не может быть не красных, понимаешь? Ну, и сочетание цветов, ну, не забывать, синий. На синем что, черный? Там уже слишком много бы черного было. Блять, Париж, это будет Париж, чувак. Сколько у тебя холстов, кстати? Все. Последний? Ну, вложи в него максимум. В каждый максимум. Они сами вкладывают, понимаешь? Только руки, блядь, приложат. Они же сами, ты понимаешь, абстракционизм такая тема, что ты начинаешь что-то делать, и оно другое. То есть, блядь, ты можешь вообще хуй тучи там идей провернуть. Ну, он нереальный, он, это целый мир. Это как, то есть, как будто ты шаман, понимаешь? Он за тебя рисует. То есть, это хуз за тебя чисто. Это не я рисую, это хуже за меня рисует. Ну, я примерно понял о чем-то. Ну, представляешь, ну, то есть, блядь, я что, думал, что это клякса вот здесь захуярит, что мне делать нехуй, что ли? Вау, прикольное сочетание, получается, цветов. Это психодел, блядь. Ну, есть чутка, да. Масле можно делать именно объемность. Или ты, наверное, вряд ли объемность такой сделать. Понял, как рельеф? А масляные краски такие же тюбиках продаются? Да, да. Грязный цвет получился. Грязно получилось. Очень сложное сочетание цветов. Белый там. Белый, красный можно сочетать, а тебе тяжеловато. Ладно, сейчас можно вот так сделать. Ну-ка, белый сюда. Грязь получилась. А ты уже, да? Получится больше, грязь. Чем три, ты говоришь. Ты три рисуешь. А, четыре холста, да. Четыре. Не, я имею в виду в три цвета. А тут будет в четыре. Я уже вижу, что вот это. Сам тоже не подозреваю. Ну, потому что, бля, формат большой, тяжело, знаешь, два цвета. Я только смотрел на него. Ну, бля, больше цветов-то интереснее так-то. Ну, с одной стороны. Но с другой стороны, это слишком много внимания. Ну, то есть ты отвлекаешь внимание. Когда ты концентрируешься на двух цветах, ты, типа, уходишь не только от формы, но уходишь от цвета. Почему они делали один цвет, да? Почему Малевич один цвет? Потому что он уходил от цвета. Мне... типа нежелательно, в принципе, много цветов использовать. Потому что я же ухожу от формы, а только чтобы сознание играло. А то оно перестает быть читабельным. То есть смотрит именно на красоту наложенных красок, а не на смысл. Вот это хуёво. Ты что, уходишь? Не, я сюда хочу. А то там, блядь, против света. Не очень. Блять, ну грязность, вот это грязь, сука. Или переписать его, нахуй. Бля, может его вообще черным разъебать просто. Разъебать такое дело. Пересечь. Бля, очень грязное сочетание цветов. А есть какой-то японский знак? Да, интересно. Или буква ПРА?
В ноте можешь посмотреть, переводчики. Можешь какое-нибудь слово, кстати, перевести, иероглиф нарисовать. Очень странно это получилось. Бля, то нормально, понял, а это пиздец странно. Оно уже куда-то меня унесло. Вот она, как бы дохуя цветов. Здесь уже просто. А к абстракциям как относишься? Ну хорошо. Очень много цветов. Вот они начинают теряться. Смысл. Нужен скилл. Есть что-то, сука. Ну-ка, посмотри в камеру сейчас. Сейчас посиди. Посмотри в камеру. Хочешь помыть его? А холст можно, кстати, мыть вообще? Ну да. Ну не жаль. Или проще закрашивать. Ага, в смысле смыть краску? Да. Нельзя. Нельзя? Нет, она же круче. А, значит, только зачеркивать, что да, все? Жестко. И что это такое? Вот это мазня, блин. Не знаю, пока не понимаю. Ну что-то странное. Дополнять будешь как-то? Не, ну тут ну пускай едет сама. Куда он едет? Куда ты должен приехать? Пересечет черту или нет? Ёпт, все, поехало. Обзываешься на холст? Думаешь, зеленый все может? Зеленый все испортил. Значит, он будет такой явный цвет. Бля, или вообще разъебать. А грязь будет, интересно, давай. Да, грязь будет. Ну, уже интересный цвет. А можешь это фоном сделать для... и перерисовать вообще. Да, да, так и есть. Бля, вообще прикольный фон получается. Какой-то более ебанутый, да, такой. Пиздец, тут краски, целый. Бля, все, это есть только здесь. Что было там? Да, человек такой на камере. Да. Ну, а вот это, бля, 4 раза перерисовано. Надо было все, надо все снимать, чувак. Надо все снимать. Ноги перерисованы. В этом тоже какой-то, да, фишка есть. Да, да, да. Хуя. Потому что этого же никогда не будет больше, все. Да, секунда, я напропала.
Ну вот теперь уже можно поинтересоваться. Это, короче, доски. Заколачиваю, типа. Мы уж похожи, прям какой-то черный квадрат. Да, я типа заколотил работу, короче. Ту. Раз. Ой, бля. Бля, что-то упало, да, все, телефон, да. Что, блядь? Я его разъебал. Теперь гвозди. Тоже черные. Ну да. А, нихуя, рекурсия. Ебо. Да. Интересно? Хорош, скажи. Хорош. Пиздец, это нечто. Знаешь, вот ты просто садишься. И он куда-то. Бля, я что знал, что как это колодец. Чё, как это колодец? Заколотил, нахуй его заколотил, если дать объема, конечно. Но теперь можешь попробовать дать объема немножко. Бля, мне кажется, даже ее интереснее смотреть горизонтально. Дать объема, как и дать объем. Вот тебе дать доска. Я же, видишь, сверху заколочен, не сверху. Непонятно. Всегда объем будет разъем. Ты же уходишь от объема и от форм. Это такое. Ну это тоже глаз получается, да? Ебать. Ну, конечно, так. Бля, объем на стене. Так, типа залеплено. Ну это, как говорится, прекрасное враг хорошему. Не переусердствовать. Все. Если что, запишу. Сделка, посмотри. Кто не сука не соединены, нихуя. Кто не соединены, это не очень. Карты. А это сердечко? Тут надо издалека еще на нее посмотреть. Сейчас посмотришь издалека. Я, конечно, заколотил, пиздец. Потом что-то. А, да, допишу маркер.
Что-то там лимит достигнут. Посмотри издалека. Охуеть. Бля, очень круто. Издалека, представляешь? Да. Это разъёб. Это карта, блядь. Любовь в центре. А так смотришь, какая нахуй любовь, да? Сердце даже не видно, какая-то ёба. А вот так смотришь, оно же всё переливаться будет. Да, а да, вот да. Угол, видишь, мне... Вот, чувак, смотри, поставь, как что была это? С этим освещением посередине такое, как будто она объемная туда. Ну да. Типа глубокая. Ну тут еще нужен скилл мазков. Ну то есть вообще это типа деревянный колодец. Угу. И туда он должен уходить. Ну почему-то, блядь, у меня вот появилась идея резкая, чтобы что это любовь, короче. В центре должна быть любовь. Ну, любовь не как чувство. Угу. Просто какое-то почему-то пустое слово. Как будто. Ну, не знаю, я воспринял. Любовь как обычное слово, как, допустим, мороженое, лампочка, как любое, не знаю, там, асфальт. Угу. То есть, как любое слово, которое не имеющее какого-то там огромной нагрузки, смысла, душевности и там каких-то нереальных чувств. Угу. Для меня это обычное слово, но именно в этой картине. И как пустота, что ли. Типа любовь, пустота, вот такой вот протест получился. Не знаю. Ну, причем я не хочу наделить слово, да? Именно любовь каким-то воздушным. Ну, то есть, почему? Ну, тут можно философствовать так, что почему выбрали слово любовь, которое означает, да, это светлое чувство, а не какой-нибудь там, типа, картошка или морковка, да? То есть, почему именно это слово? Вот в этой картине, как бы, я хочу дать понять, что это просто слово. Точка. Как это? Колодец, блядь. А вначале ебатня какая-то выходила. Бля, пришло вообще к другому совершенно. Ты представляешь, и пришло к неплохому. Вот так, когда перерисовываешь. Не, акрил очень интересный сам как продукт. Ну, он как-то поживее. Не маслом, не маслом что-то мне не так. Он более живой, его, может, не надо так разводить. Ну, клёво, скажи. Mm-hmm. Камера видишь по-другому чуть-чуть. Да, если еще подальше. Вот, ну, тут, конечно, если бы было бы немножко реализма в плане того, что вот эти доски передать, ну, было бы иначе, но... Тоже интересно. Понял, вот как колодец, суп, то есть без гвоздей, как делали раньше. Из угу, да, да. Вот. Ну, гвозди-то он есть, типа, или это не гвозди? Ну, это гвозди, да. Ну, это как бы не гвозди. А что гвозди символизируют? Ну, да, они ничего не символизируют, они просто сцепляют композицию, чтобы шел объем туда, внутрь. Угу. То есть... Это могли бы быть тире, ну, допустим, вот так вот тире, я думал. Пунктир, да? А-а-а. Пунктир он бы как-то пересекал. Вот слишком расплывал. Ну, можно сделать пунктиром, на самом деле. Но тогда он может вылезти вперед, понимаешь? Вообще, если так с первого раза посмотреть на нее, то это картина, в ней картина, в ней еще одна картина. Ну, типа, да. Может так сначала подуматься, что это не колодец. Или окно. Но это на колодец. Или окно, слабо, да. Слабо похоже, потому что тут нарушены формы. То есть тут доска больше, чем вот здесь. Угу. Как бы такое. Хуй просы. А если ее перевернуть вот так, то она вообще куда-то ломается. Да, может быть, ее стоит как-то под углом немножечко, по диагонали смотреть. Женка. Если как угодно. Интереснее. Видишь, куда-то уносит перспективу. Ну, вот так она больше уносит перспективу. Может, ее так и надо вешать. Блядь. Ебался. Все, пиздец, сейчас надо отмываться. Бля, как же это, 4 холста-то захуяю, а, боже мой. И краски. Ну, неплохо, но я доволен, ну, потому что, типа, ну, вот это слабее продукт, чем вот это. Понял? Ну, тут как бы нет такой насыщенности.
Ну вот тут вот цвет очень крутой. Это мега крутой цвет. Слово много значит. Но тут нет насыщенности. То есть это говорит за меня. А в этой я должен говорить сам, чтобы донести до зрителя. Mm-hmm. О, слушай. А эти все настолько абстрактны. А если ее перевернуть? Ну, так не сейчас, когда вы сказали. Типа, потечет или что? Ну, не то, что потечет, просто не особо удобно. Ты понял, да, фишку? Да. Вот это, она, надо за нее говорить, да, то есть доносить. А это такой абстракционизм, тут и фон, и цвет. Вот почему, наверное, стоит все-таки отказаться от слов. Слова, они все равно имеют какие-то рамки. Ну да, 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 они отвлекают очень сильно. Они, как и цвет или форма, они направляют именно в ту степь. То есть это уже как законченная точка. Они не дают тебе свободы. Да. Как раз они тебе не дают свободы. Ну да. Слова. Видишь, просто это, знаешь, заколоть, то есть... Вот ты пишешь слово «свобода», блядь, и получается заколачиваешь какие-то рамки себе уже. Да, да, да. То есть вот такая вот, может, философия. И ты уже не можешь подумать о другом. Да, да, о, да, типа, да, о другом смысле каком-то в принципе. Да, душе или еще что-то. То есть... Ну, да, это название, да, мы вкладываем в них уже какой-то смысл. Это огромный стереотип. И не можем от него отойти. Абстракционизм должен рушить стереотипы. Абстракционизм должен ебать, она вообще заиграла глянь другими с этими цветами, да? Mm-hmm. Вот это вообще вытрало наружу, вперед. Да, да, да. Почему-то. Просто свет поменяли, блядь, вытрало наружу. Стало как будто я сперва это рисовал, потом... Мне кажется, самое пиздатое, это вот с одного боку поставить голубую, с другого красную или тоже голубую, и источник на нее направить. И будет типа такая вот, знаешь, объемность синяя, как будто он такой вот то ли полукруглый, то ли как будто там за ним есть еще какой-то типа фон. Слушай, надо поиграться так, ты только не забудь эту фишку. Да, да, свет он очень решает. Надо поиграться и сфоткать так, как она будет. Это знаешь, как вот диджитал делают, то есть они пишут, допустим, определенную, ну там, пишут холст, угу. А потом направляют телефон на этот холст. И хост начинает двигаться, там цвета переливаются. Но это диджитал технологии, что сейчас безумно дорого, популярно. И как бы... Типа грядет. Бля, почему-то у меня вот на старой работе я смотрю, они как будто слишком простые. А QR-коды не хочешь добавлять? Не. Не? Ну, во-первых, я не пропишу его. Есть генератор QR-кодов. А, и что он даст? Можно лепить, просто перераспечатывать и лепить. А QR-код, ну, это ссылка куда-то, на что-то. Ага. Шаришь? Слушай, ну, нужно об этом подумать. Слушай, можно сделать такие работы, типа, ну, обычные, в плане абстрактные, хуярить не с QR-код, как и вместо росписи. Ну, типа, да, кстати, но она куда-то должна вести. Ну, да, она будет вести там, я на их деньги кошелёк. Да не, ну может соцсеть какую-то. А YouTube она может вести QR-код? Вообще можно создать QR-код? Или это только деньги? Я с деньгами знаю, что QR-коды. Не-не, можно, можно. Ты чё, на улицах же есть QR-коды. На этих, на... Да. Каждом светофоре есть QR-код, чтобы обратиться, если что. Это очень интересно. Это очень интересно, потому что... Это диджитал? Да. Бля, ну мне это надо не забыть. Это очень интересная тема. Но это надо такой холст. Ну то есть вот здесь QR-код. Бессмысленно. Угу. Понимаешь? Ну, вот в таком. Ну, может быть, он должен вести на что-нибудь еще, на какую-нибудь работу? А, ну, может, какой-то цепочка работы. Да, 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 да. Да, это интересно, это интересно. Типа, и это пиар, кстати, всего. Это всех твоих картин пиар. Можно просто сделать, знаешь, как? Типа, нарисовать разные картины, написать одно слово, второе, третье, четвертое, и все это связать QR-кодами. И чтобы это было значимо. Ебать, строчку. Да, можно, там свобода пиздец, можно что придумать с этими штуками. Чтобы это в строчку как-то воедино, либо в фразе. То есть в какой-то философской фразе. То есть ты пишешь одну картину, вторую, и закладываешь там не одно слово, да? Угу. А именно прям цитату какую-то. Угу. Либо жизненную. Но это надо придумать, что за цитата. И еще штрих-коды есть. Ну, штрих-коды не, они как-то вообще не близки. А я не понимаю, зачем они. Ну, блин. Они ж не направляют.
Да, они не Это им, да, они скорее всего. Нет, они тоже направляют. Они же, когда на кассе пробиваешь штрих-код, он направляет их в базу А, базу. с загрузкой, да. Но штрих-код это примитивно, типа. Да, и при том QR-код удобнее, это Но современнее. штрих-код ты не можешь направить телефон. Да. А вот Он не штрих-код носит. там своя задумка, понимаешь? Ну Так да. в том-то и может быть и смысл, что нет, Ну, не сможешь ты это сделать. да. Но штрих-код фишка в том, что это обычно. Это знаешь, как чипирование вот используют. То есть Да, на да, тебе да. штрих-код. Это такой посыл должен быть. Ну да. И А при то. том даже на те штрих-код, и ты его даже не можешь ничего с ним сделать, не ни отсканировать, ничего, потому что ты слишком, ну, раб системы, Ну да, типа. типа слишком маленький. Да. Штрих-код, типа, для кого-то другого. Да. Ты товар. А вот QR-код как-то мне поближе. Ну, штрих-код это слишком опять протестующий такая движуха. Но я не так. Я, у меня протест обычных слов. То есть. А из штрих-кодов можно рисовать картинки, на самом деле. Ну, хотя нет, ладно, это уж Да, это совсем там. композиция. Ну, можно, почему? Тут как бы огромные эти перспективы. Вон, у меня написано-то вообще на месте другое. Эти сайты убрать, наверное, все-таки куда-нибудь, а то наебнется сейчас. Или поставить прямо хотя бы. Слушай, а если этот рубль посмотреть горизонтально, то это вообще ключ какой-то. Ну да. В окно. Полезен ножа, блин. Научиться писать маслом быстро. Это ты читал? Ну там я лезу. Побежал. Там чистый лимит. А что там пишут Бля, вот вообще? почему-то вот это мне кажется сразу законченным, понял, холстом. Блять, а вот это мне до сих пор кажется не особо законченным. Я уже из слова, я уже ставлю точку. Типа, это вот перерисовано. Мне кажется, ты пере это как-то пере... куда-то тебя унесло вообще. Тут... Унесло, в смысле. Да. Ну тут это, кстати, интересно, вблизи она интереснее, чем издалека. Понял, тут очень много слов. Видишь? А, В ну каждом тут ты. слове есть смысл. Да, тут дохуя у тебя. Творим. Ну тут Живи. это, живи, да. Тут очень много смысла. Ну это просто полет мысли. Вот эта хуйня можно полет мысли. Это типа полет мысли, Ага. а потом протест. Ну то есть твои мысли как бы. Выливаются в протест. Не, твои мысли как будто сдерживают. И ты протестуешь, чтобы не сдерживали твое мнение, твои мысли. Ну, короче, как будто тебя загоняют в рамки, понял? И ты получаешься шумом. Ты получаешься шумом, а не этими мыслями. То есть не дает закончить до конца. Ну вот, видишь, ты уже тут набазарил гораздо больше, чем ты в прошлый раз там пытался рассказать что-то. Да. Но просто фишка в том, когда ты так, когда она уже закончена, да, ты как будто. Как будто рассуждаешь, чтобы это могло быть. То есть ты Да, слишком да, да. становишься зрителем. То есть ты становишься зрителем, а не кто это сделал. Знаешь, нужно успевать это сразу, конечно, оговаривать саму идею. Ну так вот в этом могут помочь съемки как раз. Ты Да. говоришь сразу при изготовлении, что ты делаешь. Интересно тоже. Но она проще. Вообще, мне даже больше нравится. Минимализм. Минимализм, да. Ну, конечно, много цветов, они достаточно вот сложно играть с много цветов. Вот я уже смотрю, тут как будто пиздец цветов. Тьма тьмущая. Я бы закрыл ее вообще черным. Черным. Я бы закрыл бы черным, написал какой-то из Хуй. чего-то. Вот сейчас я, кстати, думаю, что там хуй написано, ты мне сказал. Что это такое вообще? Ну, человек, я уж не помню, наверное, наделял смысл. Человек, типа, тоже. Я даже не скажу. Но это уже пускай зрители решают, что такое. Ну, типа, тут поздняк метаться. Ну, где-то я наделял, конечно. А, вот Шубрем? это видео переделал. Бля, издалека ты можешь видеть одну композицию.
Вблизи ты можешь видеть слова. Если прищуриться, ты видишь третью композицию. Ну, то есть... А что там? Что написано? Можешь сороси. Ты можешь все, что хочешь. Спроси. Ответят. Ага. А что дальше там сек? Секс, свобода, рок-н-ролл? Секс, свобода, что там еще? А. 2 секунды. Вот это слово я уже не знаю. Секс. Но это не секс. Ну, видишь, ты можешь... А вот можно секс, увидеть несколько слов, получается. Да, свобода, стиль. Вот это стиль. Либо секунды. Что-то, ну, не знаю. Сок, сак. Свобода, стиль. Секунды. Не, я не знаю это слово. Заебись, рисовал. Но глаз, кстати, красиво получился. Весьма цвета прикольно, опять же, сделаны. Потому что надо свое. То есть всегда свое. Вот тут глаз охуеть какой объемный, кстати. Вот здесь он как... прям и знаешь, видно сразу. Знаешь, что я рисовал вот эту картину? Ага. Зубной этой, блядь. А не зубной, а палочка для суши. Понял? То есть у меня не было еще этих кисточек. У меня не было кисточек, и были только 3 цвета красок там. 4 цвета красок. Не было чем рисовать. Я взял, блядь, палочку и рисовал. Получился объемный глаз. Я просто сидел на кухне и вот так лежал. Я кладел объемность. Получилось. И тут тоже история, нагрузка в глаз. То есть он может быть злой, он может быть вот так, он восхищение, да, типа удивление, да, как будто ресницы открываются. Не, и когда ты, когда человек видит какое-то что-то прекрасное между собой. Здесь это такой типа печальный какой-то. Печальный взор. Такой, может быть, даже и грустный взор. Ну все. До свидания. Как-то так. А, ну давай допишем, то надо дописать. Что, не закончил? Да. Курить не хочешь? Да, да, сейчас. Пойдем. Сейчас я еще допишу. Бля, ну вот эти почему-то, вот, мне кажется, вообще законченным. То есть, может, это такое ощущение на сегодня? Ну, то есть, смотри, у меня есть холсты, которые я не хочу перерисовать, переделать спустя время. Это как глаз, вот эти ноты. Мне на ноты ничего не ложится. То есть, до сих пор прошло время, я на них смотрю, они у меня лежат здесь. Я не знаю, как ее дополнить. Нужно, она как будто закончена. Но это типа мечта. Вот это называется мечта. Ну вот она точка и все, и ты ее никак не перекроешь. Тут линии прикольные. Да. Здесь она слишком абстрактная и типа слишком мало. Это то, с одной стороны, видишь, когда несколько мало цветов, это точка, тоже точка. То есть, когда много цветов, ты можешь что хочешь переделать, когда мало цветов, она уже как будто, ну, уже самовыражена. То есть. Все, поставил точку и все. На этом конец. За маску, что ли? Не маски. Слышь, несколько стилей. Ну, типа, можно мешать, это же искусство, ты можешь мешать что хочешь, с чем, хоть тут клей фотографии на нем. А, это сообщение, кстати, было про то, что... Максимальный размер файла 4 гигабайта. А тут уже, знаешь, 40 минут снимают. Там гигов 20, наверное, уже наснималось. И типа, а ты не ставил? Не-не, все, оно продолжает снимать. Оно просто предупреждает, что он сохранил в отдельный файл его. А ты все без стопа, что ли, снимал? Да, без стопа, чувак. А сколько мы сидим-то? 40 вот минут этот видос. И еще был до этого минут 10. Ты об искусстве, да? Да. Я об этом могу бесконечно. Все, можно умирать. Умирать не жалко. Ты, я говорю, ты тут... Ебать, я как будто уже донес самую важную цель своей жизни. Вот, ты много чего набазарил тут, что сохранилось. И типа, можешь переслушать, потом пересмотреть. Не, ну себя слушать не моя тема. Нет, я про мысли, которым надо запомнить.
Шаришь? Ну, типа, чтобы, если Но что, это если только объяснять. презентовать Да, придется. да, да, да. Ну и для себя уверенным быть в том, ну ты знаешь, о чем это. Да и это. Не теряться. Ну, блядь, вот тут ты потерялся. Какой? Ну, в этой, ты говоришь, я уже Я не помню, забыл, что я там. просто Ну не вот, а помню. так ты можешь запомнить, чтобы не забыть. Это же Я гораздо уже, интереснее. кстати, забыл, что тут хоть доносил. Понимаешь? Ну вот, Но а, ну... время же, оно это секунда, этот момент. Насчет этого ты говорил пожар сначала. Пожар. А вот потом просто рубль. Этот момент я проебал что-то. Почему Ты... рубль? А вот почему рубль? Зе. Тут можно только рассуждать, почему рубль. Это, в принципе, не надо. Я просто могу накидывать, ну, типа, на видео я могу накидывать разных мыслей. А зритель уже сам выберет, что ему ближе. И где я прав. То есть я такой иллюзионист получусь. То есть как бы и хочу донести то, что типа сокровенный смысл, да, этой картины, типа как загадку, да, как все делают. А я сделаю так, что накину много вариантов, чтобы зритель еще больше запутался в абстракционизме этом. Это же даже интереснее, согласись? Ну да. Вот это, кстати, на граффити ж похоже. Вот это сейчас, Да. ну, наверное, из-за маркера. Ну да. Ну и слов, да? Ну и шрифт как написано. Ну, хотя не на маркере, а как будто на асфальте написано. Типа. Да, я еще хочу попробовать с этими, с фотографиями что-то. С какими фотографиями? Сделать снимок и на нем что-то. У меня есть такие мысли, но я пока не... Какой снимок и что? Ну, я обязательно... А, в плане как холст использовать фотографию? Да. Но Это интересно. но я хочу какой-то классный, типа, сделанный, понял, холст. Ну, то есть не фотка просто распечатанная, как композиция, а именно, чтобы вот холст, чтобы на ткани А было это сделано. бабок стоит, наверное. Да, не важно. Ну, я имею в виду, что это Это можно стоит сделать. Это дорого. можно сделать. Это по-любому стоит дорого. Да ну. Ну, смотри, какой размер. Прикинь, на холсте распечатать. Или на алюминиевом щите. Бля, на алюминиевом Да, щите, ну вот нихуя себе. один фотограф делал на алюминиевом и выставку так он делал. Бля, так материалов-то куча всяких. Ну как куча, не так уж и много. Ну, вообще много. Сегодня вообще разговаривали про... Титан, блядь. Титановую пластину разрисовать. Там же ебать в материале уже смысла сколько. Ну я не знаю. Лучше тогда на золоте, за ним все Во, гоняются. на золоте, да. Ну, блин, это... А, позолоченный холст. Золотой. Ну, либо... Прикинь бы, если бы я был богатым художником, я бы на золотых холстах А слушай, а рисовал. можно же, по-моему, кусочек золота раскатать в огромный лист? Да, конечно. Ну, так значит, это стоит не так много. Вот такую золотую пленку просто купить. Ну да, по золоту, типа. И ей Может, тон обклеить слой. просто. То он сразу продается. Ну и есть сразу, да. Или листом. Там же разные пробы. Типа фольга золотая. Да, И, там разные. блядь, ну это же пиздато, это уже тоже еще больше смысла, чем в Титане. Ну, тут я Серебряные. пока не знаю, не вижу. Но тут, да, тут надо...